Дорогие братья и сестры, салам алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас нахожусь в международном аэропорту Домодедово и думаю, многие из вас догадываются, куда я собираюсь вылетать, потому что недавно я разместил пост о том, что половина моего рода, половина моего тухума, которая оказалась в сталинские годы, в 1936 году, депортирована в Кыргызстан, зовет меня в гости. Мы долго искали эту возможность, Аллах Всевышний наконец нам открывает эту возможность. И две половины нашего тухума, две половины нашей семьи, иншаллах, встретятся, и мы проведем день траура по погибшим нашим землякам, которые в 1936 году, в самые жестокие годы сталинских репрессий, когда по всему Союзу была объявлена безбожная пятилетка с целью забыть Бога по всему Советскому Союзу в 1937 году, и народы Южного Дагестана попали под самые жесточайшие сталинские репрессии и депортации. И половина моего тухума оказалась выселена в Кыргызстан. И там, хвала Всевышнему, наши земляки, народы Южного Дагестана, да и Северного Дагестана, значительное количество было выселено и аварцев, и даргинцев, и кумыков, они нашли самый теплый прием, поддержку наших братьев-кыргызов. И во время этой поездки мы расскажем вам то, о чем не знает большая часть Кавказа и Средней Азии. Следите за нашими объявлениями. Бисмилля. Мы трогаемся.